Итоговая проверка боевой готовности вооруженных сил стартовала в Казахстане. К ней привлекли 100% личного состава. На протяжении 2 недель военнослужащим предстоит выполнять нормативы и зачеты, после чего каждый получит персональную оценку своего профессионализма. По информации Минобороны, с начала года проведено более 200 тактических учений и свыше 20 тысяч боевых стрельб. Кроме того, с начала пандемии коронавируса введение карантина службу несли более 10 тысяч военнослужащих, которые несли службу на блокпостах, участвовали в патрулировании населенных пунктов, проводили дезинфекцию местности и социально значимых объектов. В сентябре прошли антитеррористические учения.